Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Теплі, зігріваючі напої взимку і ще й на свято – саме те, що потрібно вашому організмові. А от яку основу взяти для цієї смакоти, запитаємо у справжньої професіоналки. Сьогодні в нашій студії сомельє Тетяна Промітна, членкина Асоціації сомельє України. Дуже рада бачити вас, Тетяна, в нашій студії. Тож, про культуру пиття ми будемо сьогодні говорити, про те, як правильно це робити, як обирати напої і саме які нам потрібно. Тож, тема, яка, мабуть, необхідна для кожної людини, яка хоче розумітися хоча б трошки на цій справі. Ну, во-первых, хочется немножко понимать, а во-вторых, хочется получать удовольствие от того, что ты пьешь. И поэтому, когда мы выбираем даже горячие напитки, да, сегодня праздник Крещения, я думаю, кто окунулся уже, согревается горячими алкогольными напитками, я бы хотела предложить или сделать акценты, чего точно не стоит выбирать, потому что это будут такие пункты, перечислять, что можно гораздо больше, чем что нельзя. Однозначно, если вы берете вино, вы можете выбирать и белое, и красное. Просто лучше не брать крепленных вин, лучше не брать сладких вин, выдержанных в дубе, и вин, у которых есть сильный, мощный танин, который будет давать более горчавую ноту. Однозначно сказать «да» нужно винам из легких сортов винограда, дающих гамме, да, можно взять мерло, можно взять пино нуар. Это вино не должно быть самым дешевым, если мы вообще об этом, да, говорим, потому что с дешевого вина... Ну, какая ценова может быть вид? Ну, давайте сказать это очень сложно, потому что, ну, от 200 гривен на полке магазина, да, это простое вино. То есть 200-300 гривен – это точно простое вино, но однозначно оно уже качественное. То есть вы можете найти, как и в сегменте украинских вин, вы можете найти в этом диапазоне вина из Нового Света. То есть это то, что не из Старой Европы. Да? То есть вы можете в этой категории ценовой найти любое вино. Просто... Здесь важно акцентировать внимание на то, чтобы в нем не было выдержки, оно даст горчавую ноту. И второй, наверное, важный момент, часто люди перегревают, вино нельзя кипятить. То есть, если вы его нагреете до 100 градусов, он закипит, у вас будет джем, у вас будет улетучиться, во-первых, спиртуозность, потому что при повышении температуры вы получите просто ниже градусом. Это раз. А во-вторых, у нас улетучится вся его фруктовая ароматика. То есть, мы с вами потеряем букет. То есть, специи, как бы, они добавят свою ноту, но это будет очень... Ну, це вже ні, звичайно, тому що все повинно бути в нормі. І ось той аромат, який розкривається з часом, коли ви відчуваєте справжній якісний напій, він повинен бути від першої нотки і аж до останньої, до після смаку, як то кажуть, після того, як ви вже вживаєте напій. Звичайно, треба обирати якісні сорти винограду. І ось ви сказали тільки що про те, що і в Україні є ці сорти, на які бажано би звертати увагу. Тобто зараз Закарпаття, зараз є... Такі області теплі, де вирощується справжній виноград, виноград непоганий, і ми можемо вже пишатися тим, що в Україні врешті-решт поставили виробництво на належний рівень. Ну, будемо говорити так, Україна на путі. То есть сказать, что уже мы достигли какого-то определенного, мы еще не конкурентоспособны. Есть уже виноделы, которые, да, горят создать теруарное вино, то есть вино, которое бы отображало местность, не просто алкогольный напиток с определенным ароматическим букетом, да, а вино, которое бы отражало место рождения. Такие виноделы появляются. И это связано, опять же, с законодательством Украины, что после отмены лицензии в 500 000 гривен маленькие крафтовые производители все-таки могут зарегистрировать свою винодельню и производить вино так, как они хотят. Не хватает опыта, потому что конкурировать с такими мощными странами, как Франция, Италия, Испания, да, даже мы не можем сейчас конкурировать с
Румынии, Молдавии, Венгрии. То есть мы отстаем. Но это развивается. Сейчас все больше возможностей есть летать, учиться. Да, эти летающие виноделы, которые фразы часто используются, прилетают к нам, готовы обучать. И есть уже винодельни, которых консультируют энологи там, из Пьемонта, из Италии, из Франции. То есть мы идем по этому пути, используя международные сорта винограда. То есть мы можем уже взять Каберне Савиньон и сравнить его, какой он здесь у нас в Одесской области, в Николаевской области, в Запорожской области. Советую обратить внимание на винный гид Украины, который вот второй уже год подряд выходит этот гид, где вы сможете увидеть оценки сомелье, дегустационной комиссии, международных членов, которые приезжали, дегустировали наши вина и давали им довольно-таки очень хорошие отзывы. Ну, тобто будемо сподіватися, що все ж країна наша йде на такий шлях, коли ми можемо потім не просто дегустувати, однозначно, а з радістю вживати те, що в нас виросло так своєрідне, як то кажуть, насичене сонцем. Так. З приводу культури вживання, ми зараз можемо розуміти, в яких бокалах подавати той чи інший напій, так, якої висоти повинні бути бокали, якого об'єму, скільки треба наливати чи вина, чи будь-якого напою. І ми повинні розуміти, як правильно це робиться. Тому, Танечка, будь ласка, ви можете зараз показати нам і розказати, як правильно це робиться. Припустимо, що це той напій, який нам потрібно. Да, допустим, що у нас в бокалах знаходиться вино, і от я можу показати, що грає значення определенний уровень вина. Тобто не наливайте в бокал більше 1/3. Тобто от це Вот это норма, которую вам должен налить сомелье в ресторане. Вот так, это так, чтобы к вам часто не бегать. Но вино нагревается, да, и в связи с этим оно теряет свой букет, и мы с вами можем почувствовать ноты, ну, которые не должны раскрываться в этом вине. Больше спиртуозности проявляется, когда вино нагревается. Определенная температура подачи и объем вина в бокале – это как раз для того, чтобы было удобно держать, раз. Чтобы вино не нагревалось, два. Вино лучше подать немножечко переохлажденным, чем перегретым. Потому что, опять же, идеальная температура, да, например, для белого вина, хорошего вина – это 10-12 градусов. И если вы его охлаждаете до 7-8 градусов, то у него закрывается его букет. Мы не можем отличить тогда хорошее вино от отличного вина, да, то есть оно закрытое. Нам нужно его открыть, поэтому температура играет роль. Если мы говорим о красном вине, то опять же, здесь температура для более простого вина будет около 16 градусов. Для вин, у которых они большие, объемные, им нужно больше разыграться, это нужно около 18 градусов. Говорят, температура, комнатная температура, но просто не каждый учитывает, что комнатная температура раньше была, это 16-17 градусов, это без отопления, да, то есть средневековая температура комнатная, она была вот этой температуры. Это для красного вина. Говоря об объеме, если мы с вами берем... Каждый бокал предназначен плюс-минус для определенного вида вина, для определенного сорта. И я бы хотела уточнить тот момент, что большинство людей, подходя к полкам с посудой, выбирают бокал, который им просто нравится. И чаще всего это падает на форму шарообразную. Я просто взяла такой вот более новый стиль, но, да, если вы видите шарообразный бокал, да, так, он как бы красивый, он объемный, но... Заметили, еще в 1958 году был вот такой форум бокал впервые вышел на рынок. А связано это с тем, что компания Стеклодувов создала два вида бокала, да, и отправила, как думали, куда? Конечно же, самые главные винодельческие регионы – это во Францию, Франция, в Бургундию и во Францию, в Бордо. Потому что только винодел знает, что он хочет подчеркнуть, когда делает вино. Какую раскрыть форму, аромат этого того или иного сорта. И вот отзыв был обратный, очень интересный. В одном регионе сказали: ты просто красавец, это вино непревзойденное, оно раскрывает прям вот все грани, которые я хотел добиться. Другие же отвечали напротив, что ты сотворил, ты уничтожил наше вино. И вот в тот момент задумались о том, насколько форма бокала играет на спектр восприятия нашей органолептики. То есть вот этот вот бокал широкий, он подходит, он называется бургундский, и он подходит для бургундских вин. Это сорта винограда, такие как пино-нуар, существует для белого, шардон,
шардоне, и если это шардоне, выдержанное в дубе, это такое вот очень объемное вино, ему нужно больше места, чтобы аэрироваться, разыграться. Вот это терпкие же... такие, мабуть, вина, нет, так? Нет, чини. Это наоборот деликатное. Навпаки для деликатных. Да, эта форма бокала позволяет сконцентрироваться аромату, и она сужается здесь, да, то есть место, где разыгрывается аромат, и сужается для того, чтобы нам больше ее ощутить. Угу. Именно направление к носу. Второе, это как направляется язычок. То есть, если мы сравним и наклоним бокал, мы видим, как будет вино распространяться по нашему языку, небу. Как задействуются рецепторы на нашем языке. Потому что, если мы возьмем вот такой вот бокал, это будет более полная полость нашего рта. Да, мы задействуем гораздо больше рецепторов, и поэтому ощутим... Более деликатное вино станет более объемным, да, оно больше раскроется. Напротив же, если мы возьмем в этот бокал, нальем насыщенное вино, то нам оно покажется еще более тяжелым, еще более сложным. Оно задействует те рецепторы, которые, как бы, в принципе, лучше бы не трогать, обойти. Тогда для таких случаев был придуман универсальный бокал бордоского типа. Он может быть с гладкими стенками. То есть это, да, мы так просто, как серия, один из вариантов разнообразия. А великий такой вин, так, Тань? Він, да. Мабуть, розрахований на велику кількість. Это сделано для того, что красное вино, им нужно гораздо больше... возможности разыграться в бокале. То есть вот этот бокал для белого, либо мы можем сказать, что он дегустационный, если мы будем наливать немного. А вину нужно место, ему нужна аэрация. Угу. Кислород помогает освободить молекулы, да, ароматические, и поднять их к нашему обонятельному рецептору. Самое главное, да, это наш нос. Может, для того нам потребен декантер? Тогда это будет еще краще. Что касается декантера, здесь такая очень объемная тема, я бы не могла ответить одним словом, многие злоупотребляют. Я как сомелье отношусь очень осторожно к декантеру. Только в том случае, если у нас с вами молодое вино, в понятии молодое не в том, что одно вот только сбродило, да, и мы его перелили. Для этих вин вообще декантер не нужен. А нам нужен декантер только в том случае, если у вина большой потенциал. То есть вино, которое предназначено быть выпитым лет через 10-15. Угу. Но мы не готовы столько ждать. Хочется одразу, так? Хочется выпить, да. В таком случае нам нужно его искусственно состарить. И для этого нам в помощь приходит кислород. То есть мы переливаем в декантер, насыщаем вино кислородом. Кислород искусственно, можно сказать, догоняет, состаривает танины. То есть важная часть делается декантер для красного вина. Очень редко используется для белого. А вообще был изобретен для шампанского, потому что в шампанском был осадок, его еще не научились отделять от осадка. Ага, и переливали для того, чтобы отделить от осадка. То есть как бы нам в двух случаях покажу, он нужен. Я покажу, как он выглядит. Насправді, чи він нам потрібен у повсякденному домашньому вжитку, мабуть, це справа сомельє. Только если вы дома пьете вина, дорогие вина, которые предназначены, вот то, что я вам сказала, либо очень старое вино, но в таком случае его все-таки лучше отделять. Есть разные формы декантеров. Если вы любитель старых вин, тогда вам нужно приобрести узкий декантер с нерасплюснутым дном, потому что меньше контакт, и просто отделить от осадка. Но сейчас уже перестали так сильно беспокоиться от осадка. Очень много нефильтрованных вин, где это признак, наоборот, более насыщенного, натурального вина. Для того, щоб розуміти смак, потрібно, мабуть, дуже багатий досвід мати і скуштувати в своєму житті багато різних виробів, які пропонуються в світі. Як ви дійшли саме до того, щоб обирати той смак, який повинен бути? Навчіть трошки людей розуміти смаки. Якщо це можливо, звичайно. Во-первых, для вина нужен проводник, однозначно. То есть просто зайти и купить вино, вот мне нравится, не нравится, это как и с художниками, да, как с искусством. Невозможно оценить картину Пикассо, если тебе не расскажут, что же именно заключается, в чем эта суть, да, как стоит кисть художника. Тут момент именно о вине, если есть человек, который готов вам рассказать, что правильно, что неправильно, что хорошо
для вина такого-то или другого сорта винограда, что не очень хорошо. Поэтому тут сложно. Дегустационный опыт однозначно нужен. Нужно пробовать. И если мы начинаем пробовать, да, наши телезрители, обязательно пробуйте более понятные вина. Это моносортовые. То есть выбирайте сорт винограда. Читайте этикетку. Вот мне очень нравится фраза «Лучше один раз прочитать этикетку, чем 7 раз пить вино». Нужно знать, что вы пьете. И запомнить, если вам понравился сорт, попробуйте его из другой страны. Если вам понравилась страна, да, то есть вам стиль понравился, Испания там, или Чили, находить других производителей, немножко другой выдержки, то есть поиграться. Вот только так, вот путем экспериментов. И останнє питання, як правильно тримати бокал, бо це теж необхідно знати. Бокал нужно держать за его ножку, за его основанием, либо вот так, либо вот так. Вы не должны брать его вот так руками, это неправильно. Во-первых, отпечатки пальцев, которые будут создавать такую вот мутность. Во-вторых, тепло рук будет согревать дополнительно, то есть температура комнаты, она и так как бы вино нагревается, а руками мы еще больше вот догоняем, в той температуре будут проявляться спиртуозные эфиры и будет не настолько приятно его пить. Так, тобто тому, ось так ми тримаємо, да. І ми розуміємо, що якщо ми вживаємо, то потрібно мати серветочку, аби не було залишок. Губну помаду можна стереть сразу. Так, щоб не було її на бокалі. Щоб не було на бокалі, да. Потому що ми наслаждаємося глазами в тому числі. Вина є три, да, так сказати, степені оцінки. Перший – це глаз, нос і рот. То есть вот на глаз, естественно, если у нас будет некрасиво, то это испортит впечатление. Пані Тетяно, стільки нюансів ви сьогодні змогли розкрити і навчили нас розуміти, розуміння, що ми вживаємо та як правильно ми це робимо. Це дуже велика справа. Дуже дякую вам, будемо чекати Спасибо. Ще вас у нашій студії. Звичайно, з святом вітаємо і зустрінемось за декілька хвилин.